Всем хаюшки, с вами как всегда Сокплей, и сегодня я вам покажу, как провел 1 сентября в Майнкрафте. Да-да, у меня тоже 1 сентября в Майнкрафте было. Так что же, я сейчас вам покажу, как я его провел. Ну, а вы покажу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новенькие чудесные видео. Они выходят не каждый день уже пока что, но... Попробую как-нибудь выкладывать. Кстати, насчет линейки мне не разрешили там снимать, так что ж. Я все снимал, если что, ребята. Так что ж, начинаем! Да, лицо я в секрете держу. Как бы странно не звучало, просто так. Ну ладно, лицо прикольно, согласитесь. Ладно, начинаем. Как жители заставили меня ехать в город, чтобы учиться в школу. Ну, жители, можно я не буду в школе учиться? Можно я не буду в городе жить? Я хочу с вами. Нет, мы сказали, что ты поедешь в город, ты будешь учиться. Потом приезжай следующим летом. Блин, жалко, что сок уезжает. Да, почему жалко? Пусть поучится, отдохнул нормально. Ролики свои, троллинги поснимал нормально. Так что ж, пусть он едет в город жителей и учится. Ну блин, ну жители. Админ? Да, это я. Ну я с жителями согласен, вы должны уже в школу идти. А что за машина? Это для того, чтобы вам передвигаться было легче. Ой, ладно, я вас понял, ладно. Спасибо, житель, хотя бы за деньги и за телефон. Это уже... А, ну телефон-то мой, ладно, без разницы. Ладно, что ли, поехали. Ну, короче, ребята. А, да, я вроде записываю, да-да-да-да-да-да. Сегодня 1 сентября, меня учили... Рано жители разбудили, это надо потом все соединить и 2 сентября все записать. Ну, начало этого ролика. Короче, вот мой дом, вот моя машина. Теперь мне нужно ехать в школу. Здравствуйте, дети! Я вас очень рада видеть! Я новая учительница. У нас, кстати, тут новенький. А, новенький, это который с нубским лицом. Так, не называйте его нубиком. Ладно, 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 извиняюсь. А мы, я так понял, на линейку идем. Я просто... Можно записывать, кстати, на видео? Нет, нельзя. Так что ж, идемте все на линейку. А можешь потом после линейки все снять, как в школе у нас. Ладно, все, короче, я... Папу-пи-пи, папу-пай. Короче, ребята, я с линейки. И, короче, я сейчас вам буду проводить экскурсию по этой школе. Кстати, узнал, где мой шкафчик. Ну, короче, смотрите, вот показываю, где мой шкафчик. Это вроде бы, если не ошибаюсь... Так, где он? 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 Так, 13. Так, нам нужно сейчас найти мой шкафчик. Во, 11-й шкафчик. Это мой шкафчик, ребята, как бы все равно не звучало. Сейчас давайте пройдемся по школе. Да. Ну, как видим, тут столовка, блин. Так. О, наш учитель уже в столовке, блин. Не знаю, что там забыл. Но... Ага, а здесь актовый зал. Значит, тут музыка будет. Круто. Вообще классно. Ого-го-го. Вот это я понял. Ой, наверное, не... Так, ты что там делаешь? Ой, извините, извините, извините. Я так понял. Здесь можно сбежать, но тут заколочено, блин. Побег, побег! Ой, извиняюсь, еще я на место поставлю. Извиняюсь, простите, простите. А я так понял, здесь собрание. А, это типа... Ну, я понял, короче. Наверное, вы тоже поняли. Ну, ладно, побежали дальше. Ну, по школе нельзя бегать, сразу скажу вам. Ну, я... Просто пробежка.
Опа-на-о. А здесь какой-то грустный житель и... Короче. А, еще какой-то грустный житель, который не хочет учиться. Спортивный зал. Вау! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе! Вау! Вот это мне нравится, ребята! Так, что дальше? Тут еще какие-то классы. Кстати, подождите. Вроде какие-то были еще на входе таблички. Первые и четвертые классы. Понятно. А если подняться сейчас на второй этаж? Давайте уже поглядим, что на втором этаже. Так, на втором этаже тут у нас пятый и восьмой класс. Понятно. Так, здесь склад. Так, девятый и одиннадцатый класс. Слушайте, круто, блин. Так, здесь шкафчики. А, тут еще номеров нету. Так, а это что? Ладно, без разницы. Короче, я пойду в класс. Так, детишки, сейчас будем подписывать дневники. Мы сейчас запишем все, что нужно. Ага, я так понял. Так, сейчас дневник возьму. Вот, да? А что именно нужно записывать? Короче, лучше бы выключи камеру, чтобы она тебе не мешала. Блин, ладно, ребята, простите, мне нужно выключить камеру, простите. Так, теперь подписываем две тетрадки по русскому языку для контрольных работ и по русскому языку для работ просто. Ага, я понял. Так, сейчас будем, ребята, подписывать. Так. Ну, лучше я выключу камеру, чтобы не мешало, как говорится. Так, ребята, я эти тетрадки уже подписал. У меня еще тетрадки. Это уже, наверное, там по английскому и по математике. Да. А когда мы в столовую пойдем? Уже все сходили. А вот ты опоздал. Ладно, пошли со мной. Ладно, пошлите. Так, все, мы пришли. Можешь купить себе что-нибудь? Деньги есть? Да, есть вот деньги, только не там, конечно. О, здесь какие-то ученики в столовой сейчас. Прикольно. Это, походу, их... Так, а тут учителя. Так, здравствуйте! Здравствуйте. Вот что вы хотите купить? Да, я хочу позавтракать, во. Так, блин, что-то... Да почему я... Ребят, сейчас подождите. Выбирайте, что вы хотите себе. Так, здесь какой-то блок. Да картошка фри блок, чё? О, а вот это фри в коробке. Так, там еще что-то, да? Да, там еще бургер. А, ну понял, покупаю и возьму один бургер. А вот эту коробку я скушаю дома, пожалуй, там что-то посмотрю, что там. На, главное, можно перекусить? А... Вы меня обманули, это просто блок! О, ну, это не наша проблема, да, это не наша проблема. Ладно, ладно, насчет бургера. Так. Так, дайте еще бургер. Ого. Все, все, спасибо, спасибо. И больше не продавайте мне этот фри-блок, а то он бракованный какой-то. Ладно, давайте попробуем. Какой вкусный бургер. Ладно, еще один. А насчет этого блока? Блока фри. А, его можно поставить, а если сломать? А, он выпадет. Ладно, все, учитель. Я вам, ребята, не буду говорить настоящее имя. Она сказала, чтобы... Я не говорил ее настоящее имя. Ладно, все, пошлите в класс тогда уже. Так, дети, сейчас будем проводить русский язык. Что? Уроки уже? Так, кто там болтает много? Ой, простите. А это только один урок? Да, это только один урок. А, ну еще домашку зададу. Только не это. Так, за разговоры сейчас пойдешь первый к доске. Блин, ладно, простите. Нет, сейчас дам тебе книгу. Потому что сегодня никто книги не брал, да? Да! Ой, кстати, ребята, это мой лучший друг Егор. Ладно, сейчас иду к доске. Иду. Я чего, почитаю всему классу, что в учебнике написано. Ладно, сейчас только
вот рабочую тетрадь по русскому. А мы что-то будем в тетрадках писать? Да, конечно, а что? Ой, дождик, блин, начался. Ну ладно, без разницы. Ладно, ребята, я не буду перед вами, что-то я стесняюсь. Теперь выходи к доске, сейчас будешь это все записывать. Ну, ты понял. А, вот это записывать, учитель? Да, все верно, вот это записывай. Ну ладно, хорошо, сейчас тогда все напишу. Мел тут? Да. Ладно, ребята, я не буду писать лучше перед вами, а то неудобно будет, держа камеру, писать. Итак, дети, так, отдай ты учебник, сукбой. Ну, не буду настоящее твое имя говорить. Да, перед подписчиками лучше не говорить мое настоящее имя. Вот вам ваша... Ой, извиняюсь, сейчас еще раз. Вот ваша книжка, все. А когда домой? Вы можете идти домой. Ура, вы слышали? Можно идти домой! Ура, и домой! Блин. Дождь! Ну почему дождь? Ну блин. О, кстати, тут Гим играл, кстати, на этих колонках про Беларусь. Ну ладно, я, пожалуй, тогда поеду домой. Ладно, я камеру не буду выключать сейчас, подождите. Так, машина моя завелась, а теперь поехали в роте. А, не-не-не, вот туда-да-да, вот туда, значит. Теперь вроде поворачиваем. Да блин, я же хороший водитель. Во-во-во. И вот мой домик. Так, значит, репарковываемся и... Ах, ладно, ребята, я лучше буду заканчивать ролик. Надеюсь, вам понравилось, как я был сегодня на 1 сентября. Блин, жалко, лето кончилось. Кто хочет, чтобы лето все не уходило навсегда? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, хотя лето не навсегда уходит. Ну, это понятно. И кто ждет уже летние каникулы, как бы странно ни звучало, ставьте лайк. Ну а это все. Всем удачи и всем пока-пока, ребята. Блин, жалко, что я редко буду выпускать ролики. Я вот специально для вас сделал вот такой ролик, чтобы, ну, увидели, как я провел 1 сентября. А в реальности вообще-то по-другому было. Там я хороший был, если что. Все, пока!